У меня находится в руках сейчас Sony TC-KE400S. Так, у него надо менять пасеки, ничего не включается, не работает, только шум какой-то идет. Так, ну в первую очередь тогда откроем крышку, вытащим ее. Закроем. Так, ролик, соответственно, почистить надо будет. Головки приличные, все нормально. Так, начинаем разбирать. Откручиваем шурупы. Так, смотрим сюда. Да, там страшный вид. Видно отсюда, что все пасеки, они расплавились просто-напросто. Это пасек на верхний, не основной, а который на перемотку. Весь его на все там будет промывать. Так, ну поэтому начинаем откручивать. Так, снимаем штекер отсюда. Отсюда. Так, этот убираем. Здесь откручиваем заземление. Так, теперь нам надо снять переднюю панель. Два шурупа держит сам кассетник. Видно, что никогда не разбирался, никогда ничего не меняли. Ну, когда не пользуешься, обязательно эти ремни расквасятся, как жвачка будут.
Так, все, начинаем открывать. Теперь эту убираем в сторону, она не нужна. Здесь все нормально. Так. Да, видно, вот он. Пасек. Если посветить. Все, он там развалился, растянулся. И все там черное. Все шестеренки. Видно нижний вон. И шестеренка. Там расквашенный пасек. Так. Чтобы добраться до пасеков, нам надо так открутить здесь, 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 здесь просто защелкивается. Сейчас я приготовлю другую отвертки маленькие и тогда продолжим. Так, откручиваем центральный шуруп. Да, как видим, мы все здесь расквашено. Сейчас надо все это я буду очищать. Также этот пасек тоже никакой уже все. Все, потом покажу, как дальше менять. Нет, здесь так все неплохо выглядит. Это заводская смазка черного цвета. Я думал, просто уже испугался, что надо все отмывать. Нет, так, два пасека я нашел. Это один, это вот был. Этот вот этот поставим. Как раз подходит. А этот основной пасек, который на воспроизведение, на перемотке. Это вот сороковка. Поставим. Должна подойти. Так, ну. Все, начинаем вставлять. Все, зарядил я его так, красное место. Здесь второй маленький пасек этот. Сюда тоже.
Все, тоже так вот зарядили. И это должно быть не так стоять, а вот так, потому что здесь шестеренка, на эту шесть, эта шестеренка ложится, должна рядом с ней быть. А иначе, короче, она может перекосить ее и сломаться. Так что с этим надо аккуратно. Так, теперь мы это все опять на место вставляем. Да, шестеренка, вон самое главное, она рядом вот легла, все. Так, теперь все здесь защелкиваем. Вот так. Всю эту сторону защелкнули. Так, теперь одеваем пасики. Так, сейчас я принесу пинцет. Продолжим. Так, аккуратненько пинцетом на вал одеваем. Все, этот заправили, теперь тот. Все нормально, все видно, вот он лежит здесь, этот там. Так, теперь все на место собираем. Так, шуруп первый, тоже его аккуратно, здесь пластик, можно сорвать резьбу. Он в пластик закручивается из-за этого. Если вдруг тяжело пошел, значит все чуть неправильно. Все должно свободно закручиваться. Вот сейчас мне немножко он не попадает. Вот все пошло. Все, здесь готово. Пасики поменяли. Так, теперь начинаем вставлять в корпус. Здесь аккуратно, чтобы не передавить ничего. Ни шлейфы, ни проводки. Смотрим, здесь все у нас совпало. Вот эти вот, главное, щетки, чтобы точно вошли. Так, все вроде бы на месте. Теперь можем закручивать. Сразу смотрим, чтобы шурупы совпали здесь. Все нормально.
одинаково, наверное, просто не попало. Все, здесь все на месте. Так, теперь заземление оставляем. Так, этот шлейф. Все на месте. И сеть. Так, теперь пока крышку я не буду вставлять. Теперь я сейчас все проверю, посмотрю, как все это у нас все работает. Так, все проверяем. Так, все на ноль встало. Теперь ставим кассету, проверим. Так, определитель кассет работает нормально, все. Так, все идет. Пленка. Идет ровно, ничего не зажевывается. Так, теперь смотрим, перемотка, все работает. Все, все у нас работает. Все, дальше тест сделаю там, как подсоединю к усилителю, все. Так, все нормально. Запись у меня так и была, левый канал меньше здесь, чем правый, так что все как в оригинале. Потом проверим. Все останавливаю. Ставлю крышку сейчас, вытащу кассету. Одеваем верхнюю крышку. Это здесь сильно грязно, вот надо это вытереть. И будем собирать. Так, внутри здесь все хорошо, чисто. Ничего не надо, вот эти вот места. Пыль попадает.
Все, отлично, так, обязательно скажем, что штекер. Здесь тоже пройдемся. Это вот пыль. Уберем, она не нужна. Когда мы ее соберем, до нее не долезешь потом. Все готово. Теперь шурупы я закручу уже без съемки. Все нормально.